Христос воскрес! Починаємо бесіди про вічне. Говорити сьогодні будемо про богослужіння Світлої Седмиці. Кожен день цього тижня також називається Світлим. Щоденні служби відправляють пасхальним чином із відкритими царськими вратами та урочистими хресними ходами. Ці дні немає ні посту, ні земних поклонів, лише радість про воскресіння Господа Ісуса Христа. На Світлому тижні християни також прославляють Пречисту Діву Марію і вшановують дві її чудотворні ікони. Перша з них – Іверська вратарниця, грецькою – Портаїтіса. Оригінал цієї ікони знаходиться на Афоні і за переказом написаний євангелістом Лукою. Іверська ікона Діви Марії належить до самих шанованих образів Богородиці. Навіть церковний календар має на її честь кілька свят. На третій день Великодня згадується подія історична. За переказом, саме у світлий вівторок ченці Іверського Афонського монастиря отримали надзвичайний дар – святу вратарницю. Вона відкрила інокам, що прийшла, щоб хранити їх. І протягом століть силу чудес побачили афоніти від цього образу. Діва Марія примножувала запаси їжі. Вона захищала ченців від ворогів. Вона лікувала хворих. І слава про Іверську святиню розійшлася далеко за межами монастиря. Так що в усіх сторонах світу християни мають за честь мати у себе список чудотворного образу. Сьогодні в нашому місті, в цьому храмі Кирія Пасха, двойна радість, тому що ми переживаємо пасхальну радість, а в місті з цим і переживаємо радість в місті з нашою Преблагословенной Девой Марией, которая сегодня в своем чудотворном образе покрывает этот храм и наш град. И мы чувствуем сегодня эту благодатную помощь Царицы Небесной. История розповідає нам, що чудотворна ікона припливла до монастиря по морю в стовпі осяйного світла. Щороку про те надзвичайне божественне сяйво нагадує парафіянам Криворізького Іверського храму благодатний вогонь, який привозять на свято зі Святого Граду Єрусалиму. Це саме той вогонь, який сходить на гробі Господньому у Велику Суботу. Христос воскрес! Тисячі тисяч людей збираються до храму Воскресіння Христового, щоб побачити на власні очі це диво. Щоб власними руками відчути благодатне тепло, яке не обпікає, щоб у своїх серцях зберегти радість жон-мироносець, які першими на цьому самому місці почули від ангелів радісну звістку, що Христос воскрес. А делегація України ще й молилася цьогоріч на гробі Господньому за мир на своїй землі. Перед тим, у Страсну п'ятницю, українці з молитвою за мир хресним ходом пройшли по дорозі скорботи – Віа Долороса зі списками 100 відомих в Україні чудотворних ікон Діви Марії. Єрусалимському патріарху Феофілу наші земляки подарували рушники та соборну ікону з зображенням 100 образів Богоматері, щоб блаженніший владика Святого Граду також не припиняв молитов за нашу вітчизну. Про всі ці події нагадав криворіжцям благодатний вогонь. Парафіяни і гості Іверського храму також молилися на свято і за свою богохранну країну, і за своє місто, і за погідну днину, і за майбутні врожаї та мирні часи, і за всіх людей, далеких і близьких. Наше призначення – служити ближньому, як Господь служив нам. Він говорив, Син Божий не прийшов на землю, щоб йому служили, но чтобы Сын Божий послужил другим ближним. И мы будем стараться жить для других, трудиться для других, помогать другим. Если научимся этому послушанию и смирению, мы сами изменимся, мир вокруг нас изменится. Этому нас сегодня научает Царица Небесная. И все мы в храмах, в этом, в других храмах, где есть службы, сегодня Матерь Божию утешаем. И она, надеемся, радуется тому, что единственную заповедь, которую оставила для нас, все, что скажет мой Божественный Сын, сотворите, мы пытаемся творить. Криворізький Іверський храм, як маленький Афон, частинка тієї благодатної землі, яку взяла собі в уділ сама Цариця Небесна.
І хоча тут, в середмісті великого промислового центру, не звершуються на славу Божу чернечі подвиги, тут зростає нове покоління християн. В їхніх щирих дитячих серцях мало-помалу проростає зерно Царства Небесного. Ісусімо гробі живо дарував. Триває наша передача. У нас у студії протоієрей Олександр Горовенко. Отець Олександр, я вітаю вас. Здравствуйте. Про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні ми завершимо ненадовго цикл розговорів о літературі. Література, вона призвана созидати чоловіка в тому плані, що вона його робить унікальним, тому що кожен читаючий чоловік, він перечитує той чи інший матеріал, він його бачить по-своєму, і не тільки він як-то узнає якісь нові факти, але он под давлением этих фактов, нових знаний, у него меняется мировоззрение. Він себе будує, як би, книгами, правда? Да, он строит сам себя, ведь совсем не надо там верить в теорию заговоров, чтобы понимать, что любому правительству, которое существует, ему нужны послушные граждане. То есть те граждане, которые не будут задавать лишних вопросов, которые не будут поднимать бунта, восстания, которые не будут делать революции, которые не будут требовать ничего, кроме хлеба и зрелищ. Но литература, она, в принципе, она призвана к тому, чтобы строить человека независимым. Ведь вот то, что я сказал о государстве, оно, в принципе, касается не только государства, что не только государству нужны граждане безропотные, не только государство надо там роботы, которые делают работу, люди, которые ни к чему не привязаны, ни к местности, ни к традициям, ни к религии, которых можно свободно с одного места переносить в другое, как рабочую силу. Такое желание очень часто преследуется и тоталитарными сектами, теми или иными религиями, которые не подпадают под название секты. Более того, такое бывает даже в православной церкви. Mm-hmm. На некоторых приходах, например, очень сильно пресекается любое свободомыслие. То есть, если ты мыслишь не так, как настоятель, ты чужд. Ты сразу становишься автоматически чужой, тебя не принимает это общество. Желание иметь рабов, оно может быть везде. В том числе и на некоторых приходах в нашей церкви. Об этом надо говорить, это надо знать. И чтение книг, оно человека созидает, оно его делает свободным. Потому что такой пример. Один отец, атеист, узнал, что его сын крестился. Это был подросток лет 15. И он очень разозлился на сына, и в порыве гнева, скандала, вот ссоры с сыном, он срывает с него крест. И сын говорит: ну, этот ты сорвал крест, а вот этот сорвать можешь, и перекрестился. И, ну, вот показывает, что человек, в каком бы рабстве он ни находился, если он внутри имеет свободу, как говорит апостол Павел, к свободе вы призваны, не становитесь рабами никому. Если он имеет свободу, которую ему дает литература, то никакие внешние обстоятельства его не могут сделать рабом. Сьогодні люди читають не так багато, напевне. Колись нашу країну називали не самою читаючою, да, самий наш народ самим читаючим у світі. А сьогодні, ну, такої вже статистики немає. Сьогодні дуже дорого купувати книжки в магазинах. Не у кожного є електронні книжки, щоб можна було читати з комп'ютера. І взагалі, от говорять, що ті, хто читає з інтернету, скажімо, да, то вони втрачають трошки от ту навичку читання, яка є з звичайними паперовими книгами. Як все-таки зробити, щоб люди читали? Що люди повинні в собі здолати, перш за все, щоб читати? В чоловіки должен бути, по крайній мірі, якесь желання узнавати нове, і чоловік, ну, це касається особливо християн, в християнині должна бути така черта всегдашнього недовольства собою. Тобто, якщо человек западный, он занимается своим совершенствованием, то есть я хорош, но я делаю себя лучше, это они так считают, то наш человек, он должен считать: нет, я совсем не хорош, и я должен что-то делать для того, чтобы, ну, идеальным я не стану, но я должен стать чуть-чуть лучше, чем сейчас. То есть надо и стать... рухатись через, да, книгу, да? Да, и дело в том, что
Апостол Павел говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И это говорится тогда, о тех временах, когда книг не было. То есть все приходили в храм, и в храме им зачитывали Священное Писание. То есть ты слышал, ты начинал верить. То же самое касается не только веры в Бога, не только религии. То есть хочешь поверить, начинай читать Священное Писание, и оно тебя научит всему. И это же касается и обычной литературы. Ведь когда человек живет какой-то идеей, то он свою идею видит во всем. Ну, самый простой пример – Ньютон и яблоня. Ну, скольким людям яблоки падали на голову? Ну, миллионы, наверное. Но один человек, который все время думал о том, что такое, почему вот все притягивается к земле, почему мы не можем прыгнуть и лететь бесконечно. Поскольку он вот в этой идее и мысли варился постоянно, то ему достаточно было одного толчка, который бы его натолкнул на открытие этого закона. То же самое касается и всего остального, религии, глубоких мыслей, мысли о том, почему так все происходит, мысли о том, куда мы идем, какова цель вот всех наших действий, какова цель вообще жизни моей, какова цель жизни вообще всего человечества. И если человек живет вот в этих глубоких вопросах, то он ответы будет находить везде, в любой литературе. Можно открыть Винни-Пуха и в этой книжке найти какие-то богословские высокие истины. Однажды один афонский монах пришел к своему старцу, говорит: «Вот, Ава, я прочитал, что есть много подвижников, знаю многих святых по книжкам тоже. Я хочу вот достичь той высоты, которую достигли Макарий Великий, Антоний Великий. Я хочу вот подвига хочу, желаю быть со Христом и желаю быть вот по-настоящему таким человеком, каким задумал меня Господь. И что мне для этого надо сделать?» Старец был действительно старцем, говорит, момент, уходит в келью, это на Афоне, выносит книжку. Ну, какую книжку можно предположить? Там «Лестницу», «Невидимая брань», там «Игнатия Брянчанинова», «Аву Дорофея». Он выносит ему «Жизнь Дэвида Копперфилда». Тот смотрит на старца, говорит: «Я что, шутить к тебе пришел? Что это такое вообще? Я просто спрашиваю тебя, как мне достичь высот Макария Великого, ты мне выносишь художественную литературу, читать художественную литературу. Мы на Афоне, я говорю, от этой литературы ушел в монастырь, на эту гору, а стать монахом на Афоне – это довольно сложно, там надо пройти много испытаний». Говорит: «Как?» Он говорит: «Если ты не научишься к жизни относиться так, как относился Дэвид Копперфилд, говорит, с тобой ни о чем дальше нет смысла разговаривать». Потому что, ну, все, наверное, читали, жизнь у Дэвида была очень тяжелая. И встречались ему в жизни и негодяи, и хорошие люди. И вот добродушие вот такое по жизни он сумел сохранить с детства, несмотря на то, что это детство было тяжелейшим. И до пронести через юность и до зрелых годов он остался таким же Дэвидом Копперфилдом, которым можно сказать: будьте как дети. Он как ребенок смотрел в 10 лет на жизнь. Тут его обидело, он плачет. Тут, ну, уже не обижает, он радуется. Ну, не обижает, и то хорошо. Он там достиг какой-то литературной славы, и он ведет себя точно так же. И поэтому старец этот афонский говорит: читай литературу. Куда тебе читать там поучение Авы Дорофея? Ты сначала вот это прочитай, постигни и попробуй хотя бы выдуманному персонажу наследовать. Если ты это сможешь, то дальше будем двигаться дальше. И поэтому литература, она освобождает человека, она строит человека, она меняет его мировоззрение. Поэтому ненадолго мы оставим литературу, но я надеюсь, что наши телезрители ее не оставят, что мы их, тех, кто не был заражен любовью к чтению хорошей литературы, что он немножко заразился и понял, что в любой книжке можно найти необычайную глубину. В самой примитивной книжке можно найти какую-то фразу, какой-то поворот, какое-то событие, которое для глубокого ума принесет огромную пользу. Поэтому продолжайте читать, а мы в скором времени вернемся к чтению опять каких-то интересных книжек.
Продовжуємо нашу передачу. Я вітаю історика Анатолія Хінченка. Анатолій Федорович, здравствуйте. Рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, хто сьогодні буде героєм нашої передачі? В центрі сьогоднішнього розказу – життєвий і духовний путь святого преподобного Ілії Макеєвського. Ще один новий святий нашої церкви. Да, да. Ілія Макеєвський, він родився в 1837 году і прожив, між прочим, 108 лет. Він отошел Господу на 109 году жизни. Родился он в українському городке Макеєвка, в благочестивой крестьянской семье. По достижении 15-летнего возраста он ушел в монастырь, вначале в Киево-Печерскую лавру. Совсем молодый. Да, он там принял послушание, очень много молился. Кстати, его мирское имя – Илья Яковлевич Ганжа. А затем Илья переехал на Святую гору Афон в Греции. Кстати, об этом периоде, о том периоде, когда он подвязался в Свято-Ильинском скиту на Святой горе Афон, к сожалению, у нас историков очень мало сведений, они фрагментарные, потому что, естественно, что архивных данных никогда на тот период не было. И мы можем только руководствоваться теми скудными, весьма неохотно сказанными, очень скромным схемонахом Ильей об этом периоде его служения. Единственное, что он говорил, что жил он в келье, в таком труднодоступном месте, что еду и питье ему подавали на веревках. А як же трапилось, що він повернувся в Україну? Дело в том, что схемонах Илья, он возвратился на Украину в очень сложный период. Это было время Первой мировой войны, это было преддверие Октябрьского большевистского переворота. И святой Илья, он прекрасно разбирался в ситуации, он чувствовал, обладал даром прозорливости и предвидения, и, скорее всего, что он чувствовал, что грядут очень серьезные такие вот гонения на церковь нашу православную. Поэтому он возвращается в Киево-Печерскую лавру и служит там до 1927 года. Когда начинаются гонения на лаврских монахов, то схемонах Илья принимает решение возвратиться на родину. Где он жив на батьківщині? Вы знаете, уважаемая Наталья Юрьевна, дело в том, что у него даже дома своего не было. У него не было практически никакого имущества. И когда старичок подходил к Макеевке, то люди видели, что он опирался на трость, но шел достаточно бодро. Был он очень красивой, такой приятной внешности. Ходил он в подряснике, который обычно был выстиран до бела, с крестом, и нес котомочку. В этой котомочке было несколько иконок, которые он принес еще со Святой горы Афон, и книги Священного Писания. Он просился на ночлег, и люди давали ему кров, хотя прекрасно понимали, что следом за ним шли работники НКВД, которые старались его выследить и арестовать. Кто-то пострадал из людей, кто его принимал? Вы знаете, Божьим промыслом никто не пострадал. Хотя таких моментов было много. За неимением времени я не могу всех их охарактеризовать. Хочу только кратенько, эпизодически рассказать об одном. Когда одна многодетная семья, благочестивая, дала ему приют, то буквально через 5 минут постучали в дверь. Это были чекисты. Семья, конечно, очень испугалась, потому что если бы нашли там схемонаха Илью, то арестовали бы не только его, но арестовали бы и все это семейство, которое дало ему приют и кровь. Но Илья успокоил их. Он сказал: «Вы не бойтесь, я стану за занавеской, они сюда не войдут. Меня они не обнаружат, а, соответственно, и вас не накажут». Когда чекисты, такие вот раздосадованные, не найдя монаха, покинули дом, и люди стали благодарить Илью, то схемонах осенил себя крестным знаменем и сказал: не меня, Господа благодарите, ибо это его чудесный промысел и его спасение. Кстати, Илья, он переходил с одного дома в другой, посещал до того момента, пока в Макеевке не был закрыт Свято-Троицкий собор. Потом, когда он останавливался у людей на ночлег, он все время читал Священное Писание, пел псалмы. Очень просил, чтобы люди, взрослые, уделяли большое внимание духовному православному воспитанию детей. После окончания Великой Отечественной войны, когда Макеевку освободили советские войска, то люди сбросились, хотя с вами тоже испытывали большую нужду,
организовали сбор денег и купили небольшой домик для старичка. В нем он там поселился, но прожил он очень недолго. Тем не менее, двери его домика всегда были открыты. Кстати, он очень часто являлся людям, которые знали его, а иногда и не знали, в самых сложнейших ситуациях. Во время Великой Отечественной войны, когда воинская часть, которой служил макеевчанин Иван, получивший благословение от схемонаха, уходя на фронт, оказалась эта часть в окружении, она была блокирована с одной стороны немецкими войсками, а с другой стороны шли непролазные топи, болотистая местность. Люди пали духом и уже приготовились к смерти. Но на горизонте показалась фигурка в белом подряснике с крестом. И Иван, когда он увидел этого старичка, он сразу воскликнул: «Да это же Илья, это же святой схемонах. Он обязательно нас выведет». И действительно, этот дедушка безмолвно вывел их, и потом видение это исчезло, как только все вышли уже вышли из этой болотистой местности и оказались уже на дороге. В 1946 году, на 109 году жизни, схемонах Илья, причастившись святых христовых тайн, мирно упокоился в Господе. Сейчас его нетленные останки находится в Свято-Георгиевском храме города Макеевки. И я уже говорил об этом. Он причислен к лику святых нашей православной церковью и является нашим защитником и ходатаем при лице Господнем. Дуже дякую вам за таку цікаву розповідь. Ангела-хранителя. Наш час в ефірі добігає кінця. Мені залишається тільки попрощатися з вами і побажати усім, щоб світла радість Великого свята Пасхи Господньої, радість про Воскресіння Христове і про майбутнє Воскресіння усього людства не залишала ваших сердець. Духовної вам радості, сердечного миру і любові. Ангела всім хранителя!